Друзья, вот я спускаюсь по тропинке. Так интересно, хочется не останавливаться, идти дальше, дальше, дальше. Изведывать, что же там впереди. Интересно. Так здорово, когда на каждом углу что-то тебя ожидает новое, новые неожиданности. Ты вот одна в этом незнакомом мире. Прекрасном, интересном, загадочном, таинственном. Кругом вот такие вот растения, ночь. Но я вижу, что вам нифига не видно. Вот это вот впереди, но буду говорить, транслировать что-то. Вот море, но оно слилось с небом. Блин, вам ничего не видно, я понимаю. Видите, как вот вообще классно, как интересно. Да, ничего мне видно. Придется прекращать трансляцию. Ох. Короче, ребята, это очень здорово. Это счастье. Это счастье. С вами была Иванова Лариса. Жизнь прекрасна там, где я всегда классно. Ю-ху!